Привет, я Алена Львова. Я хочу вам пожелать всегда быть честными. Это такой мой жизненный принцип, к которому я стремлюсь. Я к этому шагаю, потому что истина то, что Бог с искренними поступает искренне, а с лукавыми по лукавству их. Поэтому открывайте сердца перед Богом, открывайте, что вам не нравится, открывайте, что у вас болит, открывайте даже свой гнев. Вот все, что есть, открывайте. И я верю, что если кто-то это сегодня не делает, вы увидите, как ваша жизнь изменится, вы увидите, как изменится сердце и даже обстоятельства. Потому что пускай Господь благословит вас, даст вам смелости, потому что быть честным — это вызов. Благословение вам. Додаток Світлого Радіо Еммануїл тепер є на App Store і Google Play. Завантажуйте додаток для смартфонів і планшетів, і Світле Радіо буде завжди поруч.